Сегодняшний день стал последним для мужчины, проживавшего в коммунальной квартире в доме номер 5А по улице Джона Рида. Звонок в полицию поступил около полудня от соседа, погибшего по коммуналке, с которым они вместе в ночь на понедельник распивали спиртные напитки. Прибывшие на место трагедии следователи обнаружили труп мужчины 1960 года рождения с перерезанным горлом. В момент приезда оперативников все обитатели этой квартиры уже давали показания в полиции. Из других жильцов подъезда никто ничего не обычного минувшей ночью не слышал. Однако сторож, охраняющий стройку, расположенную рядом с этим домом, уверяет, что в ночном распитии участвовали не только двое мужчин. Это было ночью, женский крик. Вот. Но не скажу, чтобы кричали там «помогите» или что-то. Просто, кричали. Мы уже к этому привыкли, потому что здесь, не скажу, там наркоманы там или пьяницы, алкоголики вокруг нас. Или они там ругались, или что-то. Крик был, конечно, такой, будем сказать, ужасный. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются и ведется следствие.